Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной тест. Не тестил я этого героя, щитоносца нашего, на волнах. И у нас сегодня будет интересная сборка для волн. С воодушевлением. Посмотрим, что он там сможет сделать. Я так вкратце потестировал. Скажу, что против Фрея все равно приема нет. Так вроде как бы неплохо своему смотрится, но я особо топовости пока не заметил. Как видите, статки у нас немножко увеличились. Короче, качать героев до хрена надо. Поехали. Сейчас я поснимаю героев лишних. Попробуем, что это за имба будет на волнах. Он только один. Давайте там с какой волны начнем. Давайте с волны П. Он автопрокер. То есть смотрите, что он делает. Вот это вот реально кайф. Знаете почему кайф? Потому что он вот передвигается, бьет в разные эти. Не знаю, или он там сейчас затащили башни. Отлично. Поехали дальше. И накидываю это окаменение. Единственное, если мы сейчас дальше там на волнах попадем на отражалке, я не знаю, что будет. Возможно, и ангела не надо, но лучше пока с ангелом потрешуем. Вообще четко. Я вам скажу, для волн он очень хорош. Да и для фарм локации, я думаю, для подземок он тоже хорош. При интересной сборке он тоже будет очень круто тащить. В любом случае он вам поможет пройти. Я думаю, и на восьмых он будет тащить неплохо. Так, отлично, поехали, волна Q. Смотрим. То есть воодушевление 8 ему на эти локации просто топ. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, видели, атлант включился. Жестко, это было реально жестко. У него увеличенный еще крит урон. Ну не знаю, для волн, по-моему, самое то, и для угольной армии тоже будет очень круто смотреться. Вот сейчас атлант может нам напортачить. Не, нормально. Как раз удобно, видите. В этом случае нам повезло. И 5 зафармили. Поехали дальше. Волна R. Интересно. Что же будет на 30-м прорыве? Какой интересно дамаг он будет выдавать. R3 зафармили. Так, R4. Встроенный ожог, это, конечно, обалденно. Так, волна S. Думаю, у него не будет проблем. Но знаете, как, в принципе, как Космо, только поинтереснее. Почему поинтереснее? Потому что он во все стороны бьет. И кулдаун у него намного меньше. Вот поэтому он интереснее. Плюс он себя еще дополнительно хилит.
что немаловажно. Вот посмотрите вообще просто четко. Какие вопросы могут быть? Да, ребятушки, он реально при правильной сборке будет очень интересно. А в связке с космо, я думаю, на ПВП, на атаке фортов. Ну, вообще просто, просто на расслабоне. Через секунду считайте окаменение. Поехали, волна Т. Блин, ну хорош, реально хорош. Как вам такая тема? Пишите в комментах. Как по мне, блин, просто обалденно смотрится. Мне он даже больше, чем лазури здесь нравится. Потому что лазури надо ударить. И больше, чем космо. Посмотрите, Т4. Просто отгребли. Так, пошли драконы. Ну и все. Вот посмотрите, что делает. Ну, один дракон бьет, видите? Получается, на него скилл не попадает, а на второго просто кайф. Однозначно лайк. Такому герою. Воодушевление, и у вас не будет проблем с фарм, с подземками. Так, АА волна. Интересно, интересно. Зданий у нас маловато осталось. Как он тут справится? Как думаете? Затащит? Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Пробуем еще разок. Единственное то, что он какой-то медленный и ближнего боя. Был бы он еще дальнего боя, это вообще было бы нечто. Разобрался, красава. Эй, куда здание разбили все? А3 опять. Видите, все-таки тоже впирается. Но у него... Я думаю, на 30 уровне, ну, удачный заход нужен. Тут как бы мы сейчас ни старались, видите, герои разбегаются, и надо... Ух ты! Вот вам и Атлант. Сливается на Атланте. Все-таки против отражалок надо подашка. Урона у него очень много. И ничего с этим не поделаешь. Так, А2 есть. И опять сейчас мы на А3. Давай. Так, А3 пройдено. Ну, дальше я уже, честно, не знаю. Смотря как они зайдут, а зашли они не очень удобно. И мне тут он вряд ли уже затащит. Они сейчас по-любому, пока одни будут бежать, вторые побегут на здание. Вообще разбили. Ну ладно, поехали дальше. Волна АБ. Сама суть героя, то есть он реально очень кайфово смотрится на таких локациях. То, что пройти рано или поздно можно будет... Все, минус. Короче, АА, АБ это не наше. Там, где есть отражалки, надо его перекачивать. Ну, надо еще дамага подкачивать, потому что, видите, он не сносит все сразу. Надо, чтобы он с одной тычки сносил, тогда будет попроще.
Ну а так, отлично. Вот посмотрите, посмотрите, что он там творит. Кайф. Просто кайф. Просто красава. Демона унизил. Ой-ой-ой, ну тут я думаю тоже бы затащил, добили здание. Так, ладно, давайте волну. А, да? Ну, соло тут, конечно, у него просто не хватает скорости, скажем так, если бы он еще быстрее бегал и был дальником, было бы, я же говорю, намного интереснее. Он бы тогда мог зону захватить побольше. Все, отражалка, он слился. Тут надо однозначно немножко другую тактику, чару. Не чару, а этот талант, либо эмблему. Так волны он держит, это радует. Так, Аера забрал. Неплохо. Но у меня здания еще не вкачанные. Это тоже надо учитывать. Видите, вот забежали за спину и все. Давайте ради интереса АИ что-то может тестить. И так все понятно на волнах. Короче, он реально тащит. В пачке он будет очень-очень круто смотреться. А соло он смотрится лучше, чем многие автопрокеры. Но, к сожалению, как видите, смотрите. Вроде как бы и да, но не хватает этой скорости, вот, чтобы он взрывался прям, знаете. Ну вот так вот, посмотрите, вроде и держит. Ну, там под разгоном просто уж Италию унесли. Ну, на 30-м прорыве, думаю, мы однозначно, пишите в комментах, если захотите увидеть это. Еще затестим его. Ну, АИ соло, АИ один прошел. Хорош. Ну, дальше уже. Так, чтобы вы понимали, АИ волну не так уж и просто пройти соло героя. Можете у себя попробовать. Это предпоследняя волна. Что могу сказать по поводу волн? Герой интересный. Будем искать дальше сборочку. Ему талантик. Пишите комменты, что вы думаете. Всем удачи, всем пока.